Накануне глава города встретился с ветеранами, проживающими в Лазаревском районе. Анатолий Пахомов возложил цветы к бюсту героя Советского Союза Алексея Малышева и пообщался с его родственниками. От своей семьи, от внуков, от правнука, который тут на открытии был, от всех однополчан. Искренне вам спасибо. Власти города заботятся о ветеранах. В Лазаревском районе участники Великой Отечественной войны не так давно получили квартиры. Материально-техническая база здравоохранения на курорте позволяет оказывать им качественные медицинские услуги. Причем в шаговой доступности. Офис врача общей практики находится прямо в доме, где они живут. Близко и продуктовые магазины. Регулярно общественные группы посещают каждый дом героев войны, узнают об их проблемах. Ветераны Великой Отечественной войны довольны тем, что они здесь проживают, довольны той обстановкой, которая здесь есть. И перед нами стоит задача, вот каждый участник Великой Отечественной, вдовы участника Великой Отечественной должны быть не забыты. И мы начнем уделять внимание, но не в канун победы, а уже сейчас мы дойдем до каждого ветерана, окажем помощь в наведении порядка в тех квартирах и домах, где они живут. В Лазаревском районе Сочи сейчас проживает 207 ветеранов Великой Отечественной войны, 1050 тружеников тыла, 32 узника концлагерей и 13 блокадников. В преддверии празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне власти города постараются персонально уделить внимание каждому. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.